Представься, кто ты, как тебя зовут, с какого города приехал? Даниэль Шульц, с города Усть-Каменогорск. А на какой позиции, вратарем играешь? Да. Первый раз с этой командой сегодня играли? Нет, я с 5-м годом играл. Нет, а именно с Читой первый раз играли? Нет. Играли против них уже? Ну а сегодня как тебе? Понравилось, как вы сыграли сегодня? Результатом доволен? Нет. Что не получилось, считаешь? Ну, не получилось в плане атаки. В атаке не получилось? В обороне нормально сыграли? Ну, тоже не очень. А к соревнованиям как вы готовились? Можешь рассказать? Тренировались. Ну, то все так же было. А вообще в хоккее? Можешь сказать, что тебе нравится больше всего? Мне нравится больше всего ловить шайбу. А самое тяжелое, что ты считаешь для тебя? Ну, это в опасном моменте ее вытаскивать. Угу. А давно хоккеем занимаешься? 4 года. Со скольки лет это получается? С пяти лет? А вот самые запоминающие соревнования для тебя какие? Ну, это был ЧРК, второй тур. Чемпионат Казахстана? Да. В прошлом году? Да. Какое место там заняли? 4-е. А в хоккее есть кумир у тебя? Да, есть. Кто у тебя кумир? Сорокин. Кто? Сорокин. Илья Сорокин из ЦСКА? Да, да. А помимо хоккея какой-нибудь вид спорта тебе еще нравится? Нет. Нет? Только хоккей? Да. А почему именно хоккей? Ну, не знаю, мне нравится вот эта вся атмосфера. Хоккейная, да? Да. А первую награду? Были награды у тебя вообще в хоккее? Да. Где у тебя первая награда была? В Алмате 2 года назад. Где? В Алмате 2 года назад. А вообще с какими трудностями приходилось сталкиваться на соревнованиях? Что больше всего запомнилось? Запомнилась игра со сменой 2005 года. Да, это какой турнир был? Это был третий тур. Это в Красноярске было. Ну все, Данил, спасибо тебе большое. Счастливо.